человечество ничего большего, как демократический способ управления государством, не придумало. И если мы не будем валять дурака, так сказать, думая, что мы не понимаем, о чем мы, то я могу, так сказать, как бы вот здесь замолчать. Но давайте мы устроим, так сказать, маленький ликбез под названием таблица умножения, причем столбик умножения на 1. Вот 1 на 1 равняется 1. Я имею в виду, например, свободные средства массовой информации. Я имею в виду, например, парламентские расследования. А я имею в виду еще судебную систему. Вот когда все эти три вещи работают независимо друг от друга и контролируют жестко все это, а при этом власть выбирается, а стало быть, есть всегда оппозиция, которая очень внимательно наблюдает за тем, что делает власть действующая, вот тогда понятие коррупция не уходит окончательно. Она существует, и история многих стран, и стран, так сказать, развитых, демократических, она говорит о том, что, извините, за задницу брали и людей, казалось бы, так сказать, вот и под, находящимся под увеличительными стеклами и СМИ свободных, так сказать, и парламента, там, и судебной, и правоохранительной вообще системы в принципе. Но от ответственности уйти в этой ситуации в миллион раз сложнее, чем уйти от ответственности у нас. Если ты за власть, чем больше ты воруешь, тем больше ты наш. Мы тебя покроем. Если украл мирошок картошки, дурачок, посиди-ка лет 5, двушечка тебе там или еще что-то. Вот и все. Демократия. Плохая, может быть, в чем-то, неинтересная для многих, так сказать, скучная, потому что это процедура, способ управления страной, способ существования государства. Но другого ничего нет. Вернее, есть то, в чем живем мы, в дерьме.